Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». Я Наталья Кратович, и сегодня у нас в гостях гигиенист стоматологического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы Гайк Александрович Авакян. Здравствуйте, Гайк Александрович. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Вы пришли как раз, ну, практически в свой праздник, вот буквально два дня назад вы его отмечали, да? Вы... Получается, отметили круглую, красивую круглую дату, 60 лет. Дату, да. Я вас поздравляю, и я, и телеканал ЛРТ, примите наши поздравления. И хочется пожелать, чтобы среди ваших пациентов, в вашей работе было как можно больше красивых, здоровых улыбок, счастливых людей. И самое главное, пусть эта улыбка, красивая и здоровая, будет у вас. Спасибо. И пусть будет для нее как можно больше поводов. Спасибо. С днем рождения вас. Спасибо. Ну что ж, скажите, пожалуйста, прежде всего, как вы отпраздновали свой день рождения? На работе? Или где-то, может быть? Вы знаете, сегодняшний день, ну, всегда была мечта, чтобы такой юбилей отметить как положено. А как положено? Ну, как положено, чтобы собрались все близкие, близкие друзья, коллеги, все, кого считаешь близкими своими людьми. У меня есть хорошая семья, у меня есть хороший коллектив, у меня есть хороших друзей в Люберцах конкретно. И есть у нас армянская община. Сколько лет у вас длится дружба, ну, с тем или иным, может быть, другом? Вот самая многолетняя дружба, вот сколько насчитывает лет? Да. Со школы. Со школы? Да. Ничего себе. Ну, тогда, я думаю, со школы здесь... не с первого класса, но последние годы. Ну, больше 45 лет. Ну, я думаю, лет, что полвека вполне можно. Ну, да. Да. Сейчас у нас на столе лежат две почетные грамоты, я вижу, и благодарность. Я думаю, что это далеко не все, что вы вот сегодня с собой принесли. Еще что-то есть, возможно, в вашем рабочем кабинете. Здесь благодарность и почетная грамота от Министерства здравоохранения. Да, вот да. Скажите, грамоты, благодарности для вас, как для врача, это что такое? Это много значит. Это для меня стоит намного больше, чем любые деньги, на самом деле. Серьезно? Честно, на самом деле. А вот скажите, профессия гигиениста, вы гигиенист стоматологического отделения. Да. Вообще, насколько она востребована населением? В принципе... Мне кажется, что слабовато вот с этой вот культурой соблюдения гигиены у людей, вот в этом плане есть. Да, в государственных поликлиниках это, в принципе, конкретно гигиенист, это вот-вот только. Только начинает набирать только популярность. Начинается, да, в государственном, у нас в Люберецком районе. Угу. А так в частных клиниках есть, человек должен обязательно в порядке 2 раза в год зайти к стоматологу и проверяться. Просто проверить? Просто проверяться, как состояние полости рта, какие проблемы. Если сказать, что без проблем, такой, ну, редко бывает. Для этого обязательно в порядке. А мы всегда думаем, ладно, потом... Ну, потом, конечно. Потом. Когда заболела, тогда и пришел. Когда приходит, уже бывает или острая боль. Да, да. И тогда начинается вот продолжение. Пошел там, посмотрел, дальше все лечились, чистили. А что останется гигиена полости рта, это самое главное. Сегодняшний день надо, чтобы пришли, проверялись, научили, как правильно чистить, какие щетки, какие пасты. Это просто... То есть не умеем мы чистить зубы все-таки, да? Ну, понимаете, это так. Допустим, я тоже думаю, что правильно чищу. Да. Ну нет. А потом, когда просто подумаешь, что не так... То есть даже вы можете неправильно чистить зубы? Да, да, да. Это мы все. Просто надо очень внимательно чистить зубы. Все. А мы всегда что-то спешим. Ну, насколько я знаю, самое главное, это когда ты их чистишь вот таким образом, да? Шейки от десновой карманы и вниз. Убирать оттуда. Да, убирать, вычищать. Оттуда, вычищать. Ну да, это такой основной принцип. Ну, это мы все знаем. Ну,
Никто так не делает. Ну, конечно, хочется же уже быстрее. Да, там, быстро, да. Вот ваш первый день в Люберцах. Вы его помните? Я, значит, служил в Московской области. Это Солнечногорский район, рядом с Крюково, Зеленоградом. А у меня сестра, 83-й год, они тут жили. Уже в Люберцах сестра. В 83-м году? Да, я служил в 84-м. Первый день, когда я приехал сюда, был. Вот, я приехал типа на самоволку с вот другом. С другом. Это было тоже на самоволку. Это москвич, вместе служили. Я дорогу не знал, а он мне привел вместе. Путеводитель, да. Приехали как раз к сестре. После этого я, когда служил в Красноярске, поехал поступал на зубного техника. Тогда был очень большой... То есть из Люберец вы уехали... В Красноярск. В Красноярск. Край, город Ачинск. Там вот поступил на зубного врача. Вот так. После этого вот приехал сюда. Тоже, как сказать, повезло, что после я... После обучения вы вернулись в Люберцы? Да. Это спустя вернулся сколько лет? Сколько Люберц... вы там учились? Это я вернулся в Люберцы в 88-м. Получилось так, в этом году только я закончил. Октябрь я приехал сюда, хотел уже пристроиться. На... И у нас в Армении получилось землетрясение. 7 декабря 88-го да. год. И да. я и вы же поехал... Причем... В Армению. Вот. Вы же как раз из того самого города, да. где произошла Ленинакан, в том числе да, и эта катастрофа. Вы помните также вот тот день, когда вы узнали об этом? Ну, конечно. Это, тот день мне там не был. Да, вас там я не было. Я отсюда. Вы, будучи в Люберцах, узнали о том, что произошло. Да. И я уехал туда, и немножко была задержка там пока. Ну, там... А почему вы туда уехали? Ну, там мои... Помогать. Что там? У меня роднее там были все. Помогать. Да. Нужна была помощь. Давайте не будем вспоминать, это очень... И вот потом обратно приехали. Время не лечит, это очень тяжело. Да. Не, уже сколько? 32 года. Уже, 32 ну, года, да. Все равно тяжело это все. Все так же тяжело вспоминать. Да. И после этого получилось так, женился, хороших детей у меня учились. В Люберцах родились тут, учились, детский садик, школа. Детский садик, школа. Да. Сколько у вас детей? У меня двое девочек. Две девочки. Да. И, по крайней мере, я знаю точно, что одна из этих девочек, можно сказать, продолжила династию. Да, она работает у нас в поликлинике. Да, и да. мы совсем скоро встретимся с вашей дочерью, да, это уже в следующей да, части да. программы. Хорошо. Но прежде чем мы встретимся с вашей дочерью, вот пока наедине мы с вами, скажите, а какая ваша была здесь, в Люберцах, если была... Такая, может быть, первая профессиональная неудача или, может быть, профессиональная неудача, которая очень сильно вас впечатлила? Профессиональная неудача. Неудача. Где-то в работе. Не дай бог. Это прекрасно. Честно. А скажите тогда про первое большое достижение в профессии. Здесь же, в Люберцах. Ну, вы понимаете, это каждый день, каждый божий день. Надо выходить мне, победителем. Да, для меня это достижение. Это достижение. Серьезно, да. Каждый день. У нас каждый день что-то новое. Что-то новое всегда. И у нас отличный коллектив. Весь Люберецкий район, стоматологический полностью отделение, все друг другу поддержим. Это любой звонок. У нас хороший заведующий отделение, хороший главный стоматолог. Ну, любой звонок, если что, всегда. Ну, просто такова специфика у врача, что он победитель каждый день. Да, да. Спасибо вам за ваши победы. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, мы пока прервемся на небольшую рекламу, а далее вернемся в студию и продолжим открытый диалог. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
Еще раз приветствуем вас, это телеканал ЛРТ. Мы продолжаем программу «Открытый диалог». Сегодня у меня в гостях гигиенист стоматологического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы ГАИК «Авакиан», а также стоматолог-терапевт стоматологического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы Офелия «Авакиан». Наверное, здесь есть какие-то родственные связи, я думаю, что это уже очевидно. Поэтому вот, ГАИК Александрович, да. Вы помните то, когда ваша дочь вам заявила, что она будет тоже врачом в стоматологии? Значит, с 6 класса она специально занималась математикой, специально, чтобы поступать на экономиста. Так, значит, был экономист. Значит, 6, 7, 8 класс. Что это был за день такой, когда сказала «да», когда сдалась? Очень много аргументов папа приводил в пользу стоматологии, в пользу медицины. Изначально не хотела совершенно, просто думала, может быть, в медицину, в офтальмологию. И бабушка хотела, чтобы я была офтальмологом, но в итоге стоматология победила. Но не жалею. А что это были за аргументы такие, что вот стоматолог лучше, чем экономист? Помогать людям. Помогать людям. Да. Всегда спешить на помощь и всегда при деле. А папа только так на вас повлиял? У вас же двое детей в семье, правильно? Нет, на младшую сестренку тоже. Тоже? Она хотела на журналиста. Папа. Ну что ж вы, отец, делаете, а? Ну надо же, нет, это, конечно, хороший путь для своих дочерей. Но действительно, вот эта профессия по-своему так привлекает и красиво, когда вы начали ее изучать и заниматься этим. Вот в чем красота? Я очень люблю стоматологию, жизни без нее не представляю. Серьезно? Ну вот зубы, мое все. Слушайте, ну я понимаю, актерская профессия красиво, да, там есть много моментов и внешней атрибутики, которая действительно очень украшает жизнь в целом, да, не у всех, правда. Я понимаю профессию, я не знаю, флориста, ну тоже ты все время в цветах каких-то, красиво. Но стоматолог, ну в чем красота заглядывать каждый день людям, там, чужому человеку в рот и чего-то там начищать, сверлить? А вот так не надо. А вот так нельзя? Нет. Давайте переубедите меня. Создавать красивые улыбки и видеть восторженные взгляды окружающих, коллег и пациентов. Когда заканчиваешь прием, и пациент встает и говорит: «Вы как скульптор создали мне идеальную улыбку». Вот. Это превыше всех похвал. Вы вот за этим результатом приходите на работу? Конечно, да. Каждое утро просто жду, не дождусь, когда буду помогать и стараться делать мир красивей. И получается, что можно сегодняшним, ну, нынешней молодежи, которая выбирает свою профессию, можно сказать, прислушивайтесь к родителям? Да? Конечно, да. В этом есть какой-то свой резон? Потому что ведь очень многие говорят: ни в коем случае не надо прислушиваться к родителям, не надо исполнять мечты родителей. Исполняйте свои мечты, однако нет. Прислушиваться нужно, но и за своим следить, то есть следовать за мечтой. Но к папе за советом часто приходится обращаться. Да, часто. Уже нет. Ну, все равно. Уже нет, уже а папа нет. Отрицает. Ну, я все равно часто бегаю, мне папа очень помогает, поддерживает. И вообще коллеги у нас очень хорошие, все помогают, поддерживают. Да, да, да. Но стараемся, уже все хорошо. Офелия, вы тоже сомневаетесь, правильно ли вы чистите зубы? Ну, не как очень. Нет, я стараюсь правильно уже чистить. То есть мы как выучили, то есть в детстве, да, а сейчас уже нет. То есть... А что в детстве мешало? В детстве нежелание. С таким папой? Не всегда папа такой строгий. Он, конечно, у нас строгий. Но вообще строгий, да? Да, строгий папа. Папа строже, чем мама? Да. Да? Да. А вот скажите, у вас есть какие-то свои истории относительно пациентов у каждого из вас? Вот приходит пациент, да, и задает какой-то, может быть, там, нелепый или слишком неожиданный для вас вопрос. Вот есть в вашей практике такая коллекция вопросов от пациентов? Ну, вот на данный что момент это за вопросы? Самое популярное – это когда пациент приходит, садится в стоматологическое кресло и спрашивает, снимать ли ему маску. Очень актуальный вопрос. Но это сейчас, в эпоху пандемии, да? Очень часто я отвечаю: нет, не снимайте. И они сидят с таким взглядом, смотрят: а как дальше? К вам тоже с таким вопросом приходят? С таким тоже бывает. Ну хорошо, а если до пандемии вообще, что было самое странное, о чем спрашивали люди? Значит, приходит
Это утро 8:30. В салфетке завернута эта коронка одна. Ой, я говорю, у меня слетели эта коронка. Можно обратно посадить? Скажу, хорошо. Я смотрю во рту. Нигде. Но зуб-то сразу видно, какой зуб во рту. Смотрю, зубы на месте. Потом что-то ищу уже везде. Говорю, это не ваш зуб. Как это не мой зуб, да? Говорю, это не ваш зуб. Человек пришел к вам с чужим зубом и просит поставить. Говорю, откуда это у вас? Говорю, когда умывался, в раковине был. В раковине? Обнаружил в раковине, когда умывался. Да, обнаружил в раковине это. И потом она тоже со мной сильно улыбалась. После этого она приходит, дочка приходит ко мне, и мне говорят, знаешь что, Гайка Александрович, это мой муж, нет, мужа. Это зуб говорит, был мужа. Зуб был зятя. А, говорит, можно зять, придет, поставьте. Я говорю, хорошо, пусть подойдет. Ну, это действительно забавно, когда приходишь с чужим зубом и просишь его поставить. И бывает, старые протезы забирают с собой. Так. И предлагают, ну, я говорю, зачем он вам не нужен, уже у вас теперь новый, все хорошо. Нет, я соседке одолжу, она просила. Серьезно? Да. Можно так использовать старые протезы? Нет, да конечно, нет. Нельзя. Нет. Но люди заблуждаются. Ну, были случаи ну, тоже, экономные да. Экономные люди просто. Да. Вот почему одни люди, и в моей практике, вот, ну, в, не практике, точнее, в моем окружении такие есть, кто нерегулярно чистит зубы, в общем-то, они к этому относятся очень так попустительски, но при этом у них нет ни одной пломбы. Ты чистишь зубы там каждый день, естественно, утро-вечер, да, в течение дня там жевательную резинку, да, и все равно приходится идти к стоматологу, высверливать и ставить пломбу. Почему так? От организма тоже много что значит. Что нужно сделать с этим организмом, чтобы он так себя не вел? Вот ты чистишь, дисциплинированно относишься и при этом... Ну, чаще всего еще на генетическом уровне. Угу. То есть, если у родителей плохие зубы, то, к сожалению, закладываются такие зубы у ребенка. Угу. Ну и следить за гигиеной лучше все равно. Раз в полгода на профосмотр к стоматологу. Недостаток кальция в организме, много компонентов. Все-таки гигиена влияет на то, что у человека ну, можно конечно. Сохранить зубы? В первую точно? Очередь. Гигиена в первую очередь. Это однозначно в первую очередь, да. Но есть... Люди, которые 82 года, которые, я говорю, они не будут так чистить зубы свои. Да, да. Но при этом... Ну, это генетика их. Это уже да, генетика. Да. А еще вот, пожалуйста, разъясните, вот приходишь в аптеку и видишь много разных видов зубных щеток. Что лучше? Чем пользоваться? Ну, все подбирается индивидуально. Чаще всего нужно пользоваться щетками механическими с щетинками средней жесткости. Паста тоже подбирается индивидуально, то есть есть для чувствительных зубов, для от множественного кариеса с компонентами, которые впитываются в эмаль. Но механические щетки все-таки лучше, ручной работы. Вот это вот ручная, да. Которую ты сам стоишь и чистишь. Электрические считаются нехорошими, потому что человек держит руку и все, просто проводит по зубам. А если делать и механические движения электрической щеткой, то тогда эффект будет намного лучше. Так, а смысл тогда в этой щетке? Наверное, она для этого и сама двигается, что ты просто держишь руку, а она уже знает, как двигаться. Ну, к сожалению, все так думают, но да? Лучше... Это заблуждение? Да, это заблуждение. Лучше и механические движения проводить. В общем, покупаешь обычную зубную щетку со средней жесткости щетинкой, да, и вот, пожалуйста, и пользуйся. Да. Ясно. Скажите, отбеливающие пасты помогают отбелить все-таки? Ну, пасты просто могут очищать. Отбеливающие пасты... Это смешно. Имеете в виду, что отбелить зубов? Зубы отбелить, конечно. Хочется, чтобы они были белые. Ну, отбеливание лучше проводить только профессиональное в кабинете у стоматолога. Дома не заниматься этим, или если стоматолог сам назначил домашнее отбеливание, тогда да. И пасты используют как поддерживающие уже после отбеливания. Или если есть налет курильщика,
то тогда, да. То это тоже стирает, может. Да, за счет абразивности пасты стирается верхний слой. Какой-то эффект здесь есть. Это правда, что все пасты нужно покупать только в аптеке? Нет, совершенно не важно. Может, в зависимости от фирмы, найти ее везде. Друзья, вот был такой, в средневековье жил, он философ, ученый своего времени, Авиценна его звали, вот в Западной Европе. И он говорил о врачах таким образом, что врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Вы бы что-то еще к этому добавили, исходя из своей практики? Все так четко сформулировано. И предложить душу хорошую. Душа. Душа, да. Ну и смотрите, мы с вами встречаемся в завершении 2020 года. Этот год, конечно, особенный во всех отношениях. Он просто внес новую реальность в нашу жизнь, чего уж тут скрывать. И вот все-таки вам есть за что сказать спасибо уходящему году? Лично мое, я всегда мечтал, чтобы жить до 60 лет. Вы знаете, да, раньше, ну, когда немножко помоложе, думаем, вот, 40 лет – это уже много, да. 50 – это вообще, а 60 – это то, что да. дед. Да. А когда мне было уже 38, думаю, дай Бог, чтобы я жил до 60 лет. Вот это самое большое спасибо. Самое большое спасибо 2020 году. Да, да, да. И сидим чтобы следующие туда. 60 лет. Давайте сейчас новый забег. Да, да. Да. Вот чтобы да. дальше вот с таким же порывом. И еще трудный, очень тяжелый год на самом деле. Никто не знает, как можно защищаться конечно. От этого. Ну, спасибо, что тоже сидим. Что мы сегодня здесь с вами в одной студии. Да. Офелия. Спасибо. В период самоизоляции лучше узнали все друг друга, кто помогал, кто да. всегда был рядом. Спасибо всем. Да. Спасибо, что живы-здоровы, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Это правильно. Этот год стал такой лакмусовой бумажкой, да, на человечность, на определение человечности. И, к счастью, большой процент людей проявил себя здесь с такой, ну, высоко развитой, что ли, стороны, высоко духовной. Друзья, спасибо большое вам, что вы пришли к нам спасибо. Сегодня в студию. Продолжаем также быть здоровыми, продолжаем также работать и получать новые награды. Пусть они будут. И самая главная награда – это улыбки ваших пациентов и ваши лично. Спасибо. Спасибо большое нашим телезрителям. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго.